SCP-2391. Летсплейщик Бимми. Объект номер SCP-2391. Класс объекта безопасный. Особые условия содержания. Все видеозаписи, загруженные на SCP-2391, следует сохранять на защищенный жесткий диск, а затем удалять с сайта. Комментарии, сопровождающие каждую выложенную на SCP-2391 видеозапись, необходимо заносить в протокол перед удалением. В случае, если какому-либо гражданскому лицу удастся получить доступ к видеозаписи, выложенной на SCP-2391, и рассказать остальным пользователям сети интернет о ее существовании, сотрудники, занимающиеся дезинформацией, должны распространить историю для прикрытия, согласно которой видео снято Маккеем до его смерти, а на сайт было загружено автоматически по расписанию. Описание. SCP-2391 – это канал на сайте видеохостинга YouTube под названием Bimmy Plays, ранее принадлежавший известному летсплейщику Брайану Маккею, погибшему в автокатастрофе в начале 2013 года. С тех пор, как Маккей погиб, на SCP-2391 продолжают появляться видео с его участием, которые, однако, не выводятся в общем списке при поиске по сайту. Длина каждой видеозаписи составляет ровно 15 минут, и они появляются на канале точно в 15:35 по Гринвичу, время смерти Маккея. Попытки определить личность и местонахождение субъекта, выкладывающего видео на SCP-2391, оказались безуспешными. Первоначально видеозаписи, выкладываемые на SCP-2391, мало чем отличались от тех, которые господин Маккейн успел отснять до своей смерти. И в них он, как правило, играл в видеоигры, сопровождая данный процесс комментариями юмористического характера. Иногда у господина Маккейн ненадолго проявлялись признаки сильного стресса или крайнего замешательства, но затем его состояние возвращалось в норму. Однако, с течением времени, господин Маккей начал осознавать ситуацию, в которой он находится, и теперь все его видео практически полностью состоят из призывов к зрителям с просьбой обратиться в полицию или иным способом помочь ему. Установить контакт с господином Маккеем пока так и не удалось. Все видео, загруженные на SCP-2391, имеют статус Unlisted, то есть не отображаются в общем списке при попытке поиска. И поэтому для получения доступа к ним нужно знать точный URL. Тем не менее, постоянно набирают тысячи просмотров и комментариев. Многие комментарии представляют собой несвязный набор слов. Однако временами попадаются более осмысленные записи, в основном содержащие похвалы в адрес Маккея и выкладываемого им контента. Попытки определения личности комментирующих также не увенчались успехом. Судя по репликам господина Маккея из видеозаписей, выкладываемых на SCP-2391, он не имеет воспоминаний о событиях, которые происходят в промежутках между выходами новых роликов. Поэтому исследователи выдвинули предположение, что сознание Маккея существует исключительно внутри данных видеозаписей и становится активным всего на 15 минут один раз в неделю. Действие в каждой записи SCP-2391 происходит в ночные часы в спальне господина Маккея. В ходе расследования, проведенного в доме господина Маккея, в его спальне не было обнаружено каких-либо аномалий. Если верить словам Маккея, он не может выйти из комнаты. Приложение 2391-1. Примечательные фрагменты видеозаписей. Фрагмент видео 2391-1. Бимми играет в Runner Man. Примечание. Первое видео, в котором у Маккея заметны признаки замешательства. Маккей. Привет, народ, с вами снова Бимми. И сегодня мы будем играть в игру под названием Runner Man. Ну, вы все знаете, была такая игра на NES, а потом на нее сделали ремейк, и вот... смятение. Народ, а знаете что? Вам, ну, никогда не приходила в голову мысль, что в данный момент вы должны быть где-то в другом месте? По крайней мере, я так думаю. С каждым такое бывало, правда ведь? Смеется. А, проехали. Просто у меня на мгновение вышли из строя мозги. Давайте лучше сыграем в Runner Man. Примечательные комментарии. Не печалься, Бимми. Last Rock on Big Train 2216. Я его очень сильно люблю. Sick. Outward Mating. Metzdorf. The Sea House. Бимми, ты лучше, в следующий раз зови меня. Я починю твои мозги. Запятая, восклицательный знак, две точки, доп. Фрагмент видео 2391-2. Бимми играет в самодельные фанатские игры по Runner Man. Глупая суббота. Видео было загружено в пятницу. Примечание. У субъекта постоянно наблюдаются признаки замешательства. Первое упоминание о потере памяти.
Маккей. Привет, народ, с вами снова Бимми. Да, я знаю, что видео только что загрузилось, и я хотел бы вам кое-что показать. А ведь оно правда только что загрузилось? Потому что нет, я только что его выложил. Все, я все вспомнил, да-да. Сори, народ, у меня что-то в последнее время башка совсем не варит. Смотрит на часы. А который час? Пора спать ложиться уже так поздно, правда ведь? Трясет головой. Ладно, потом вырежу. Просто хотел показать вам самодельную игрушку по мотивам Раннерман, которую мне прислал один из подписчиков. Примечательные комментарии. А, ладно, потом вырежу. D4C24BN. Ага, я тоже смотрел то видео, мужик. Looms a Canon and I'm a treasure chest. В ответ на предыдущий комментарий. Я умру за тебя, Бимми, и мой батя тоже. Рот. Фрагмент видео 2391-3. Если вы это смотрите, пожалуйста, позвоните в полицию. Примечание. Судя по поведению господина Макке, он практически полностью осознает ситуацию, в которой находится. Маккей, взволнованно. Всем привет, если вы смотрите эту видеозапись, пожалуйста, вызовите полицию. Или, ну не знаю, скорую помощь, похоже, что со мной что-то неладное творится. Я за окном все время ночь, там темнота. Хотел бы вам это показать, но не могу снять камеру, она словно приклеена. Маккей пытается сдвинуть камеру с места, у него ничего не получается. Маккей в панике. Видели? Вы, блядь, это видели? Дверь заперта, я не могу открыть окно. Даже выбить не получается, я уже пытался. Боже господи, народ, я сейчас с ума сойду. Примечательные комментарии. Бимми-тян, я хочу тебя обнять. Бимми-бимми-бимми-один. Бимми скатился в УГ с тех пор, как умер. Отписываюсь. Первый комментарий, в котором упоминается гибель Маккея. The Atheist Master 101. Иди нахуй. Outward Mating Metzdorf The Sea House. В ответ на предыдущий комментарий. Фрагмент видео 2391-4. Помогите. Примечание. Первое доказательство присутствия неизвестной сущности в роликах Маккея. Маккей. Испуганно. Я живу на Элизабет-стрит. Там все в описании. У меня на канале, прочитайте. Прошу, кто-нибудь вызовите копов или кого-то в этом духе. За дверью кто-то стоит. Я слышу его через стенку. Я не хочу его сюда пускать. Наверное, попал в ад. Все оставшееся время Маккей баррикадирует дверь различной мебелью, какая только есть в комнате. За 10 секунд до конца видео дверь резко открывается и отбрасывает Маккей и всю мебель в направлении камеры. Видео заканчивается. Примечательные комментарии. Бимми, я с тебя балдею каждый раз, когда ты вот так стремаешься и при этом не играешь в хорроры. Биг Аллен 9972. Я люблю Бимми, и он должен благодарить своих фанатов за то, что они для него сделали. H3. Бимми, упомяни, плиз, мой канал в своем следующем видосе. Благодаря тебе я наполнился решительностью и теперь тоже делаю летсплеи и даже устраиваю конкурсы с подарками. Тимми Плейс. Фрагмент видео 2391-5. Читаем письмо от фаната. Примечание. Единственное видео, в котором положение камеры изменено. Камера снимает сверху Маккея, лежащего на полу. Вокруг него разбросаны невскрытые конверты. В течение 15 минут он открывает конверты и молча читает содержащиеся в них письма. При этом на заднем плане все время слышно чье-то тяжелое дыхание. Примечательные комментарии. Бимми получил мое письмо. So you heard of cowboys. Бимми, я твой самый большой поклонник. Батя также смотрит твои видео и говорит, молодца, все хорошо делает. Рот. Мэр вчера объявил, что в нашем городке пройдет праздник в честь Бимми. Бимми, приезжай к нам на праздник. Но если не можешь, то ок. Outward Mating Metzdorf of Sea House. Фрагмент видео 2391-6. Бимми играет в Раннермен. Примечание. Похоже, Маккей не помнит, что произошло с ним в предыдущих видео. Маккей. Привет, народ, с вами снова Бимми. И сегодня мы будем играть в Раннерман. Была такая игра на NES. Вот совсем недавно один замечательный человек сделал ремейк этой игры. И звали его... А что-то я забыл, как его звали. Короче, инфа в описании. В смятении. Сори, народ, я правда пытаюсь изо всех сил. Вот что хотел сказать. Я решил сделать одно заявление, чтобы вы могли, да без разницы. Господин Маккей играет в Раннермен до самого конца видео. Примечательные комментарии. Мы все тебя любим, Бимми. Каждый из комментирующих.